Петербургская митрополия намерена просить городские власти ввести изучение основ религии в школах. Священнослужители Петербургской митрополии намерены обратиться к губернатору города Валентине Матвиенко, а также к депутатам законодательного собрания с просьбой как можно скорее ввести в общеобразовательных школах изучение основ религиозных культур и светской этики. Такое решение было принято на заседании епархиального совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. В Ленинградской области данный предмет преподается уже в 23 школах, а в самом Петербурге власти пока откладывают решение этого вопроса, сообщает сайт митрополии. Кроме того, духовенство указало на отсутствие в Петербурге государственных школ с православным уклоном, при том, что в городе есть мусульманские и еврейские школы, которые финансируются из бюджета государства. Православные же общеобразовательные школы северной столицы существуют на средства родителей учеников. Митрополии решили обратиться к властям с просьбой разъяснить позицию города по этому поводу.